Все мы любим покушать. Еда дает нам не только энергию, чтобы жить, но еще и большое количество удовольствия. Поэтому давайте сегодня поговорим об этом важном элементе нашей жизни. Это 10 интересных фактов о еде. Как минимум половина всей производимой в мире еды выбрасывается из-за того, что портится. В основном это те продукты, которые не нашли своего покупателя в супермаркете. Существуют такие люди, которые называют себя фриганами. Эти ребята принципиально никогда не покупают еду в магазинах и питаются только тем, что находят на помойках. Причем это не какие-то там бомжи или бродяги, а совершенно обычные нормальные люди, которые выступают против современной экономической системы и культуры потребления. Фриганы есть в основном только в очень развитых странах, таких как Австралия и Норвегия, где на помойках действительно очень часто можно найти абсолютно свежую и нетронутую еду, куда выбрасывают ее супермаркеты. Мед – это единственный продукт, который вообще не портится. В Египте на раскопках были найдены древние сосуды, в которых находился мед, возраст которого более 3000 лет. При этом он остался абсолютно съедобным. В августе 2015 года астронавты НАСА впервые съели еду, которая была полностью выращена в космосе. Этой едой оказался зеленый салат, который вырастили в невесомости на борту МКС. Иногда на упаковках растительного масла можно увидеть надпись «Не содержит холестерина». Так вот это просто рекламный трюк. В растительном масле вообще не бывает холестерина, так как холестерин может содержаться только в животном жире. Некоторые люди считают, что при разогреве еды в микроволновке она теряет свои питательные свойства. Но это миф. Если пищу в микроволновке не перегревать слишком сильно, то такой способ приготовления еды является одним из лучших. Одним из национальных блюд в Южной Корее являются осьминоги. Интересен тот факт, что довольно-таки часто их там едят живыми. Жесть! В 2006 году компания McDonald's изменила форму стаканчиков для мороженого McFlurry. Сделали они это под давлением активистов по защите ежей. Дело в том, что ежи, находя такие стаканчики, засовывали туда голову и начинали слизывать оставшееся мороженое. Но обратно голову высунуть они уже не могли и погибали от голода. Чтобы избежать таких ситуаций в будущем, отверстие в крышке стаканчика было уменьшено, и теперь ежи голову туда засунуть больше не могут. В 2000 году в Японии провели опрос среди населения. Японцев спросили о том, какое японское изобретение они считают самым важным. В пятерке лидеров оказались такие высокотехнологичные вещи, как музыкальный плеер, CD-диск, караоке и видеокамера. Но на первое место японцы поставили лапшу быстрого приготовления. Эскимосы, живущие на Аляске и в Гренландии, традиционно живут в домиках, сделанных изо льда. Эти домики называются иглу. Внутри таких домиков, естественно, минусовая температура. Так вот, эскимосы все равно пользуются холодильниками, но немножко для других целей. Холодильники нужны им для того, чтобы еда в их домах не замерзала, так как в холодильнике поддерживается температура плюс 4 градуса, в то время как в самом доме полный мороз. Какая ваша самая любимая еда? Напишите свой ответ в комментариях. Также советую вам посмотреть мои выпуски с интересными фактами про пиццу и про бургеры. Ссылки на эти видео на экране в аннотации, а также в описании под этим роликом. На этом все, спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки, вступать в группу ВКонтакте и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. С вами был Домиос, пока!